Так, меняем ремкомплект насоса гидроусилителя BMW M57. Показываю разницу. Вот этот статор и ротор с этого насоса. И насос издавал небольшой шум через некоторое время. Там крутит-крутит, потом начинается какой-то шум. В итоге видно, что статор в данном насосе более изношен, углы более острые, чем в этом статоре. Это с донора, здесь более круглые углы. И расстояние, которое уже износилось, выработка, здесь видно, что даже невооруженным глазом, что здесь тоньше, чем здесь, порядка на полмиллиметра с каждой стороны. Вот так подшипник в насосе целый. Покажу, как выглядит донор. В этом насосе умер подшипник. Я его вынял. Дренаж, подсальник. Выглядит подшипник вот так. Здесь просто высыпались шарики. Заклинил, шумел, гудел, страшно. Вот. Это насос с бензинового автомобиля. 36-я машина, М52. Здесь другой подшипник. Оба насоса затех, по-моему, если я не ошибаюсь. Здесь совсем другой большой подшипник. И проблема этого насоса была именно в лопатках. Он гудел постоянно. Такой гул. Гул издает вот это вот переход лопаток. Когда здесь нету плоскости такой пологой, да более, то лопатки резко уходят. И за счет этого я даже покажу вам износ лопаток. Видно вот эта лопатка, насколько она выходила, почти наполовину. И вот эта лопатка. Видно, что эта лопатка выходила на целый миллиметр меньше. Положу рядом две лопатки. Так, надеюсь, будет видно. Это даже на больше. Вот это выходило гораздо больше. Вот рабочая поверхность. А здесь вот это. То есть, навскидку, чтобы не быть голословным, я сейчас даже замерю разницу. Я замерю. Магнитится, гад. Здесь около 5, а здесь около 3. Здесь около 5, здесь около 3,5. То есть разница 1,5 миллиметра. Вот этот шум и издавался. Сейчас мы поставим ремкомплект донора сюда. Ну, бачок съемный в данном насосе, потому что он на штифтах, вот на этих. Вот штифты в крышке видны. Он просто вставляется сверху. То есть два штифта выбивается и снимается насос. Бачок. Бачок отдельно не продается. Вот. Но его можно вымыть. Вот я его вымыл, он как новый. Моется минут 10-15. Несколько раз. Растворитель, бензин, обезжириватель, white spirit, что есть. Потом насухо просто обезжиривателем. Можно перед установкой этой эвкой свежей помыть. Но не суть. Любой насос можно починить, если в нем исправен подшипник. Он гудит у вас, не качает. Вы можете такой ремкомплект купить отдельно. Фирма SMG, MSG, по-моему, да, продаются. Но это можно в гугле по подбору найти. Вам важно диаметр и ширина вот этого вот лопаток. Все, можете купить новый ремкомплект и поставить. Почему это лучше сделать, чем покупать новый насос? Новые насосы
дорогие. Самый дешевый китайский насос 75 долларов. Насос по фирме ZF стоит около 400 долларов. Бэушный насос 40 баксов, но это опять же лотерея. Теоретически можно и БУ, кто не хочет заморачиваться. Но проще купить вот новый ремкомплект. Хотя как они ходить будет тоже, никто не знает. В общем, я вот вам рассказал, что можно сделать. Насос ZF 1 и 2. Вот такой небольшой видео обзор по ремонту. Но если у вас накрылся подшипник, как здесь, подшипник может теоретически вы и можете найти, в чем я тоже сомневаюсь, но это нужно нести на завод или куда-нибудь, чтобы вот эту развальцовку срезали аккуратно, потом выпрессовать подшипник, запрессовать обратно и как-то завальцевать. Ну, можно пару точек поставить. Сложнее гораздо. И не думаю, что подшипник будет дешевый. В общем, основной ремонт, когда гудит или не качает, замена статора и ротора. Износ можно вот смотреть здесь. Вот эти следы волнообразные, это нормально. Это от жидкости. Жидкость, когда гонится, она из одной камеры в другую и волнообразно. Возможно, еще от грязи, стружки. Здесь вот другой износ. Это насос из Е39. У меня такой же на 46-й насос. И износ тоже, по-моему, такой волнообразный. Я в БЖ выкладывал. Свой насос разбирал после Супротека. До сих пор ходит. Проблем нет. Уже 1030 прошел после замены жидкости и того, как я заливал Супротек. На этом все. Сейчас буду собирать. Думаю, что покажу вам еще. Здесь вот стоит такая прокладочка. И вот эта вот вещь. Не потеряйте. Не потеряйте игольчатые подшипники. Если выпадут, потом будет проблемно. Хорошее решение, когда там подшипники практически не изнашиваются. Вот, а так вал видно, что шевелится. То есть здесь упор, второй подшипник. А в этом насосе, по-моему, такой нет, тоже, наверное, есть. Колесико какое-то. Я уже не помню. Это было лет 9 назад, я его разбирал. Или 10, даже может 10. Всем спасибо.